Основной причиной возникновения лесных пожаров остается неосторожное обращение граждан с огнем в лесу, а также от выжигания сухой травянистой растительности. В преддверии пожароопасного сезона предупреждаю граждан о необходимости соблюдения в лесах правил пожарной безопасности. До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, на лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализированной, то есть очищенной до минерального слоя почвы, полосой шириной не менее полметра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью, костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. Запрещается бросать горячие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло, стеклянные бутылки, банки и другое. Использовать пиротехнические изделия, огнестрельное оружие, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Оставлять в промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы, бумагу, ткань, паклю, вату. Также запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором, горючими сгораемыми материалами, выжигание травы на земельных участках. Граждане, находящиеся в лесах и лесных насаждениях, обязаны хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест и хранение от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов, не осуществлять корчевание пней, в том числе с помощью взрывчатых веществ и выжигания, тушить лесные пожары и загорания, возникшие по их вине, немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, загораний, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре подразделения МЧС Российской Федерации, органы государственной власти и органы местного самоуправления. Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры во взаимодействии с прокуратурой Приморского края ситуация с лесными пожарами находится на постоянном контроле.